Вот, как некоторые знают из присутствующих, я вот уже третий год делаю, ну и так развиваю сообщество «Дронница». Это подготовка и обучение операторов беспилотников, поставка самих беспилотников, вот разные всякие технические их улучшения, усовершенствование, тюнинг, вот, и, естественно, средства антидронной борьбы. И вот прошлой осенью обратились бойцы из дружных подразделений с просьбой снабдить их пламегасителями. Почему? Потому что, ну, они в ночное время охотятся на Бабу-Ягу, вот, а, так сказать, в стандартный ДТК на калашников, он демаскирует в ночное время стрелка во время выстрела. То есть выстрел видно, да, светится, и, так сказать, на него прилетает. И, значит, я пошел, как всегда, на базар, значит, за этими самыми дожигателями, понял, что купить их сложно в нужном количестве, стоят они дорого, неадекватно дорого, делают их мало, да, в Ижевске. Вот, соответственно, возник простой вопрос, как их сделать самим и где. Вот, ну, я собрал несколько вариантов конструкторской документации, остановился на том, который, так сказать, специалисты, ну, назвали наиболее подходящим, таким опробованным, и начал искать, а, собственно, где его делать. И вот тут мне подсказали идею коллеги из чемпионата WorldSkills, да, это чемпионат рабочих профессий. Сейчас нас оттуда, естественно, выгнали, как агрессивных агрессоров. Вот. Но вот как бы в то время, пока он был, что после чемпионатов многие хорошие, дорогие станки уезжали потом в колледжи, в учреждения среднего специального образования. И, в общем, в принципе, если поискать, можно их там найти. Ну и вот мы с Министерством образования Новгородской области отработали, нашли, значит, несколько станков, ну, вот, так сказать, такой самый, значит, это ДМЖ-50, значит, пятикоординатный станок, выглядит как космический корабль, стоит столько же, значит, стоит в колледже, накрытый тряпочкой, потому что боятся к нему прикасаться. Вот, значит, ну, что нам оставалось делать? Нашли оператора для таких станков, нашли, собственно, оснастку, закупили сырье, значит, сделали эти самые пламегасители, на соседнем заводе произвели их антикоррозионную обработку, отстрелили, значит, пробную партию на полигоне, подтвердили характеристики, и сейчас мы уже их серийно, вот эти пламегасители, производим на фронт. Причем из хорошего в прошлом году был закон 449, который позволил это все делать легально. То есть мы колледжу, соответственно, эти работы заказали легально. Да, из плюсов, ну, студенты получили деньги, как это, народ, значит, еще поучаствовал таким образом в большом хорошем деле, вот, а мы, значит, загрузили эти самые станки. И вот из этой истории, в общем, достаточно частной и локальной, значит, у меня родился проект, который я подал на конкурс «Сильные идеи». Значит, суть его была очень простая. То есть в стране порядка 3500 учреждений среднего профессионального образования. Ну, у них, конечно, разное стоит оборудование, они там разным заняты. Вот, всего 3,5, больше 3 миллионов студентов учатся. При этом степень загрузки этого оборудования, ну вот даже по таким замерам, она там в среднем, чисто учебными задачами, процентов 20-25. И если бы мы имели техническую возможность просто мониторить
уровень загрузки этого оборудования именно учебными задачами, если бы мы имели базу конструкторской документации на изделие и возможность оперативно создавать и отдавать заказы таким, да, вот, ну, таким исполнителям на разное производство, если бы мы могли это делать не за бюджетные деньги, а хотя бы за народные, которые, например, собирает ОНФ, вот, то мы довольно быстро получили бы ну, такой прирост резерва производственных мощностей для нашего вот сегодня работающей на задачи войны промышленности, измеряемый в тысячах станков, да, в разных, ну, в десятках тысяч часов и так далее. Учитывая, что многие предприятия сейчас работают с перегрузкой, работают в 2-3 смены, то есть такой резерв производственных мощностей был бы, ну, большим, серьезным подспорьем. Но просто проблема в чем? Что Минпром его не видит, потому что учреждения СПО находятся в ведении Министерства просвещения. Вот, Минпром работает с промышленными предприятиями, а не с учреждениями образования. Но это вот только просто один из примеров, который показывает, что, в принципе, если поскрести по сусекам, то разные резервы, как нам нарастить выпуск продукции, вообще перейти от, так сказать, закупок к производству, очень даже есть. Ну и из интересного, этот проект вошел в десятку победителей, то есть он должен был быть представлен президенту, да, с подробным, ну, там был он достаточно подробно расписан, но дальше, значит, у меня возникла дилемма. Да, я думаю, а зачем я это буду рассказывать все публично? Ну вот, так сказать, широкой общественности. И поэтому вот в конечном итоге как бы так получилось, что значит, сами материалы ушли на доклад, а так сказать, как бы его публичная презентация, значит, она, так сказать, мы ее снесли от греха подальше, ну, потому что, значит, зачем нам, это же не только, да, мы же не только первому лицу, да, если мы это публично, то мы это еще много кому расскажем, а учитывая, что сейчас он даже в Елабугу прилетает, вот, лучше, ну, его от греха подальше. Вот, такие вещи нужно делать в тишине. Ну, и вот этот пример, я его привел, что называется, для затравки. Вот, как некий повод к диалогу вот о чем. Что сегодня здесь собрались спикеры, участники, которые так или иначе занимаются производством разного нужного для фронта. Причем под производством понимается не обязательно буквально физическое производство. Например, вот Александр Раевский занимается производством, по сути, образовательной услуги. Вот, делая сеть курсов первой помощи. Вот, то есть мы производство понимаем достаточно широко, но вот, конечно, все-таки в первую очередь мы будем иметь в виду непосредственное производство, поэтому Дмитрий Олегович Дацков из компании Rudrons, значит, он будет говорить о трудностях в производстве беспилотной и антибеспилотной техники. Вот. Кристина Олеговна Гладышева из Технофронта, так сказать, расскажет, значит, о том, какие они запускали проекты, да, что получилось, что не получилось. Ну, вот, ну и нас еще ждет очень интересный доклад Юлии Владимировны Анощенко, значит, руководитель проекта «Помощь спецназу», собственно, про то, как устроено взаимодействие власти и вот такого народного гаражного ВПК, соответственно, у нас и у наших чудесных небратьев. Ну, вот, что есть у них, чего нет у нас, а хорошо бы, чтобы было. Ну и для того, чтобы задать какую-то вот эту общую рамку дискуссии, я скажу несколько слов уже как организатор научно-производственного центра «Ушкуйник». Значит,
Вот мы же как входили в СВО? Мы входили в СВО с тезисом: у армии все есть. Ну, причем все есть — это политическая установка. То есть даже когда нет, надо делать, значит, лицо кирпичом и говорить, что все есть по множеству причин. Но дело даже не в том, что есть, а на самом деле не все, а дело даже в том, что характер войны такой, что возникли потребности уже по ходу нее в тех вещах, которые никакими предвоенными планами предусмотрены не были. И как раз наш такой официальный ВПК, он ведь все эти годы был, ну, он был частью, да, таким, да, как это, как в кусочке зеркала, значит, он отражал все остальное. То есть он, это не был ВПК, который готовит, который, ну, ВПК страны, готовящейся к войне. Это был ВПК страны, у которой армия претерпевала несколько изменений для того, чтобы стать, как это, компактной, профессиональной, экспедиционной, маленькой. Вот. А еще это был ВПК, который работает на экспорт. Ну, то есть, значит, это аналогов нет, которые стоят на форуме «Армия», которые мы все, значит, торжественно, которые нам торжественно показывают по телевизору, которыми мы гордимся, вот, и которые предназначены для того, чтобы произвести впечатление на иностранного гостя, значит, чтобы он побежал за, значит, мешком с деньгами. Вот, то есть, это ВПК, который делал мало, дорого и медленно. Причем в этом медленно большая часть административной составляющей. Ну, то есть постановка, в принципе, любой системы на вооружение. Это НИР, это ОКР, это литера. Вот, это годы. Это годы согласований. Это, значит, невероятно сложная и длительная процедура. Ну, короче, это вот, так сказать, реалии такого многих десятилетий мирного времени. И вот как бы надо сказать, я вот не хочу здесь бросить камень, система предпринимает прям титанические усилия для того, чтобы как можно быстрее перестроиться под задачи времени военного, но все-таки, ну, такой большой корабль так быстро развернуть по определению не получится. И поэтому уже с самого начала, с 22 года, мы наблюдаем тенденцию, как волонтерские группы, которые поначалу просто занимались закупками всего необходимого, ну, не знаю, там, дроны везли из Китая, вот, они все больше начали переходить от такой чисто закупочной деятельности к деятельности производственной. Возник, причем, заметьте, по обе стороны фронта, да, и у нас, и у них, возник такой гаражный или народный ВПК. Вот, я сам в осенью, вот этой страшной осенью 22 года, когда были вот эти перегруппировки, Харьков, Херсон, я занимался тем, что в городе Тольятти с мужиками в гараже, значит, устанавливал, ну, как это, чертил, проектировал, значит, и мы устанавливали станину для АГС в кузов УАЗика. Ну, там, спиливается кузов, и такая, значит, вращающаяся станина, значит, и там АГС. Идея такая, что, ну, как это, как у, значит, братьев из, значит, запрещенной террористической организации ИГИЛ, такая бармалейка, подъехал, отстрелялся, значит, развернулся и уехал. Ну вот, и вот мы сделали, значит, две роты таких бармалеек, так сказать, для самарских бригад 15 и 30, и они под Кременной показали свою, в общем, эффективность, именно когда надо вот очень быстро куда-то подъехать и там отгрузить чего-то, да, сколько-то, в нужную точку, ну, особенно когда дрон в небе висит. Вот, и это вот прямо... У этого не было вообще никакого, это был очень хаотический процесс.
Да, то есть вот есть какие-то мужики с руками, вот есть какие-то другие мужики с железками, вот есть какие-то джиперы, у которых есть эти подержанные джиперские уазики усиленные для, для бездорожья. Вот все это как-то собралось, значит, сделалось и уехало. Вот, но уже вот осенью 22-го начали появляться более крупные истории. Но вот я очень жалею, что не смог все-таки приехать Володя Грубник, да, который, конечно, явление в своем роде, да, потому что, ну вот, самое большое, то есть у него несколько известных, да, таких проектов, но как бы самый значимый в контексте нашего сегодняшнего разговора, я считаю, это «Народная сеть». Потому что, ну, то есть, как он, понятно, занимается и связью, и бустерами, и тем, и сем, но вот «Народная сеть», она чем характерна? Значит, Москсети. Простая вроде бы вещь. И мы знаем даже из медиа, что много кто в кустарном таком режиме делает, так сказать, плетет эти самые Москсети. Но как подошел к вопросу он? Значит, четыре инструктора отправились учиться сначала на к официальному поставщику Минобороны компании «Нитекс». Скопировали, значит, скрупулезно технологические карты, стандарты. То есть сделали все для того, чтобы те сети, которые делаются в «Народной сети», соответствовали стандартам ИМО. Вот. Дальше единая система закупок, больше 150 подвалов по всей стране, да, ну, таких вот мест, где люди плетут сеть. При этом, значит, служба контроля, и на данный момент они ежемесячно отгружают 4-5 тонн Москсетей, то есть всего лишь в два раза меньше, чем сам этот самый «Нитекс». То есть, условно, каждая, ну вот, на две сети, которые поставляет, так сказать, официальный поставщик, приходится уже одна сеть «Народной сети». То есть это объем, это масштаб, это серийность. Вот. И это экономика. Достаточно, ну, я бы сказал, уже привлекательная. И вот, собственно, чтобы уже передать слово коллегам, я бы поставил несколько вопросов на обсуждение. Вот, надеюсь, что и выступающие, и потом те, кто будут задавать вопросы, тоже на них поотвечают. Вот есть официальный ВПК и вырос уже какой-то гаражный ВПК. Они находятся между собой в непростых, сложных отношениях. Ну, проще говоря, смотрят друг на друга, так сказать, свысока. Вы кто? Вот. Могут ли они как-то кооперироваться, могут ли они находить общий язык, есть ли такие примеры? Второе. Вот государство. Как оно к этому всему должно относиться? Что такое это для него? Это вот какая-то мелочь под ногами, которая вот колоски за комбайном, так сказать, бегают, пионеры подбирают. Вот. Или это те самые гаражи, из которых потом вырастут будущие компании-единороги? Вот, да, то есть то самое правильное Сколково, да, правильный инкубатор и акселератор, да, не соевые хипстеры, да, с лавандовым рафом, которые бегают от стартапа к финиш-дауну и от гранта к раунду, да, значит, вот, которых мы навидались за эти 15 лет, вот, а серьезные рукастые мужики с войны, вот, которые делают устройства в первую очередь для того, чтобы выжить самому и своим друзьям. Вот, да, и желательно еще, ну, и превращают народные деньги в убитых врагов, вот, в ежедневном режиме. Вот. Вот, это очень интересная среда, и она растущая. Причем она растущая и количественно, да, в объемах, в оборотах, в номенклатуре выпускаемой продукции. Я вот только за последние 3 недели пообщался с 15 разными командами, которые делают разную антидронку. Начиная от простых индивидуальных детекторов, носимых, да, стоимостью там несколько тысяч рублей, да, чтобы боец просто мог знать, что в него что-то летит. Чуть-чуть заранее, чем оно, собственно, прилетит. И заканчивая аэростатными комплексами.
То есть серьезными устройствами, значит, не просто, да, шарик воздушный, это машина, да, там с газовыми баллонами, с лебедкой, с генератором, ну, вот, которая запускает в воздух эти самые платформы с камерами, там, с радарами, с тем другим. Ну, то есть, и всего этого вчера еще не существовало. И вот поговорить о судьбах этой среды, поговорить о возможных мерах поддержки для нее, поговорить вообще об осмысленной какой-то государственной политике.